Всех приветствую, друзья! В эфире Телегид и я, Анна Троян, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. На этой неделе год минувший наконец отдает бразды правления новому 2017 году. По этому поводу мы приготовили для вас праздничные подарки. Все подробности у меня. Начинаем! Новогодний подарок под елкой ЛРТ – премьера романтичного телесериала «Время для двоих». Когда-то несколько выпускников были в столице, где одна из девушек познакомилась с мальчиком. Он оставил ей записку, однако из-за насмешек одноклассников она выбросила ее. Прошли годы. В Новосибирск приезжает главный редактор издательства Дмитрий. У него берет интервью журналистка, которая оказывается та самая девушка. Удивительно, но она до сих пор сохранила свои чувства к нему. Все остальное увидите по будням в 11:00 и 19:45. Модельные базы в райцентрах? И кто ж к тебе на кастинг приходит? Доярки, что ли? Дурочка, я такой улов оттуда привожу. Там девки что надо. Ну, конечно, их там отмыть, причесать, приодеть. Трус не играет в хоккей. В очередной раз подтвердит это наш второй подарок. Премьерный телесериал, основанный на реальных событиях. Суперсерия 1972 года. Один из самых ярких эпизодов в летописи отечественного спорта. Однако мало кому известны личные истории тех людей, благодаря усилиям которых состоялся легендарный ледовый поединок. Фильм «Хоккейные игры» впервые расскажет о характерах, судьбах и многолетнем противостоянии великих тренеров Анатолия Тарасова и Всеволода Боброва. Все подробности по будням в 12:30 и 18:30. Сергей Павлович. Бобров говорит. Ваше предложение еще в силе? Кроме того, в канун Нового года ЛРТ подарит вам еще один подарок. Пристегивайте ремни. На машине времени мы отправимся в далекий 65-й. Советский телефильм «Новогодний календарь» – это голубой огонек и праздничные поздравления легендарных людей нашей страны. Никулин, Гагарин, Зыкина, Вицин и многие другие. Когда еще с экрана вас поздравят такие личности? Не пропустите 31 декабря в 20:30. Пока вы будете заняты последними приготовлениями к празднованию Нового года, ЛРТ предлагает провести это время в прекрасном настроении. Рождественская комедия «Любите Куперов» познакомит нас с большой американской семьей, которая весь год живет порознь, но единственный вечер в году проводит вместе. Все ждут от праздника положительных эмоций, даже не подозревая, что этот день изменит их жизнь. Как проведет Рождество семья Куперов, увидим 31 декабря в 21:45. О, пап! Я сегодня много думал о нас, о нашей семье, и сейчас хочу кое-что вам сказать. Нет, пожалуйста, не надо. В течение года в нашем районе было много событий. Не пропустите все самое важное в программе «Итоги года Люберецкого района». В информационных выпусках вас ждут интереснейшие репортажи минувшего года. Обе части программы смотрите в эфире 31 декабря и 1 января в 10:00 и 19:30. Как только куранты пробьют полночь и вы загадаете свое новогоднее желание, ЛРТ не даст вам скучать. Музыкальный фильм «Королевство кривых зеркал» – это все звезды в одной истории. Юные Маша и Настя хотят стать звездами шоу-бизнеса. Во время просмотра телевизора они волшебным образом попадают в королевство. Синзип Ош при обратном прочтении – шоу-бизнес. И тут начинаются небывалые чудеса. Их смотрим в Новый год, ровно в полночь. Nobody else but you. I wanna be loved
by you alone. В новогоднюю ночь всех жителей нашей страны поздравляет президент, а зрителей ЛРТ поздравит еще и глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий. Не пропустите 31 декабря в 23:45. Все, друзья, наши новости, программы и рубрики, а также ТВ-программу Люберецкого районного телевидения вы можете посмотреть еще и на сайте www.lrt.tv. Пускай новогоднее чудо случится, а все ваши мечты и задумки сбудутся. С вами была Анна Троян. Счастливого Нового года! Пока-пока!